Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Сейчас тебе такую историю расскажу. Пойдешь ты встать. А я живу одна. Такие вот дела. А все она взяла Лёва и мужа увела. И он теперь живет, представляешь, с этой дурой, крошкой. Целует ручки ей, греет ножки ей. Я знаю, что у нее, душа кошкина. А я ж хорошая, мадам Брошкина. Она такая, никакая, никакая, Лёва, и чё он мне нашёл? А я такая, блин, такая, вот такая. Но мой поезд ушёл, не вспоминает он меня. Два лета, две зимы, а вспоминает лишь тогда, когда надо ждать взаймы. И вот на чём он там живёт, скажи-ка, Лёва, с этой крошкой. Купил, понимаешь, колечко ей, купил серёжки. Я знаю, что у неё, душа кошкина. А я шикарная, мадам Брошкина. Она такая, никакая, никакая, ты чё на ней нашёл? А я такая, блин, такая, ох, какая. Но мой поезд ушёл. Делай так. Пошли. Понимаешь, белые, под косынкою. Ай, вот так бы и дала бы по башке своими рожками. Так я же ж добрая, мадам Брошкина. Я знаю, что у нее, душа кошкина. А я хорошая, но... Она такая, никакая, никакая, и чё он не нашёл? А я такая, блин, такая, раз такая, но мой поезд ушёл. Она такая, никакая, никакая, и чё он не нашёл? А я такая, блин, такая, о какая, но мой поезд ушёл. И этот пропал. Лёва! Спасибо. Вот. Спасибо. Браво, браво, браво. Спасибо. Спасибо. Потом, потом. Спасибо, спасибо. Спасибо. Браво, Борисовна, спасибо. Для нас это сюрприз полный. Самый лучший подарок. Живой, живой. Живой подарок. Алла Борисовна Пугачёва. Ай-яй-яй-яй-яй.
И где они все были, когда мой телевизор много-много лет назад был совсем стареньким? Я смотрела этот телевизор, Ленинград он назывался, там, с линзой. Я смотрела на артистов и думала, боже мой, вот люди, как они сверкают, как они живут, как они счастливы, как они богаты, как они красивы. Шли годы. Теперь у меня новый телевизор. И смотрю я в этот телевизор и думаю, боже мой, какая жизнь у артистов. Все думают, что они счастливы, богаты, все у них классно. Посмотрю и думаю, пусть так и думают. И я очень рада, что Лёва создает наш образ еще более ярким и красочным. Никогда не забуду, как я волновалась перед эфиром. А я как волновалась. Да? Ну, не видно было. Ну, да. И по мне тоже. По вас не видно. Я паричок новый одела. Он весь блестел просто. Я старалась сесть именно с той стороны, где я получше выгляжу. Посмотрела эту программу и думаю, какое счастье, что вы есть. Потому что она очень добрая, народная. Спасибо. Я как-то стала ближе к народу вот после этого. Спасибо. Телевизор у вас старый, но я после этой программы намного помолодела. Это было два потрясающих эфира. Они шли подряд. И их потом просили повторить бесконечно, и куда бы я ни приезжал, на Украину, на Белоруссию. И давайте лучше новый какой-нибудь, потому что повторяться нельзя. Это верно. Потом это я верно. Уже забыла, что я там напридумала. Спасибо.